Вот, начинаем. Да, здравствуйте всем, рада всех видеть, всем доброго утра, благодарю, что вы принимаете участие. Прекрасно, народ, добавляйте, здоровайтесь, я больше не буду отвечать на приветствия, начинаем наш процессинг. Пару минут, напомню, как у нас все происходило. Закрываем глазки или с открытыми глазами, как вам привычно. Да, входить в медитативное состояние, но здесь у нас не медитативное состояние, здесь у нас наоборот включение. Вот, и в основном у нас идет работа с мышцами и с дыханием. Сзади, то есть мышцы ануса поджали сзади, делаем вдох, поджали мышцы промежности, как при мочеиспускании. Делаем задержку дыхания. И вот на задержке дыхания делаем капсуляцию. Капсуляция – это вот мышцы внутри ануса и промежности друг к другу и вверх. И у кого-то работает вверх сначала друг к другу. И это можно сделать несколько раз. На задержке дыхания держите, 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 насколько вам хватает дыхалки, но не переусердствуйте, потому что мы будем это минут 10 делать упражнение, возможно, 15. Если кто-то бежит на работу, или у него срочные дела, или ребенок дергается, или там какие-то дергает, да, ничего страшного. Просто вы запустили процесс, просто вы можете пойти заниматься своими делами, собираться на работу, а потом продолжить это в любое другое время. Проблем с этим не будет. Сделали капсуляцию, отпускаем сзади, и только потом выдыхаем, помним картинку моллюска, да, то есть в одно время запитываем все, и на секунду просто чуть больше внимания, куда внимание, туда энергия, да, чуть больше внимания на надпочечники, и это дает нам дополнительную энергию и антистрессовый эффект, и потом отпускаем спереди. Если при выдохе у вас сзади расслабляется, ой, спереди расслабляется, ничего страшного, эффект будет тот же самый, только чуточку поменьше, на несколько процентов. Со временем, с опытом все придет. Главное нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать. Все, милые мои, поехали. Итак, сзади, вдох, спереди, задержка дыхания, капсуляция, задерживаем, и вверх, и друг к другу, или наоборот, друг другу и вверх потянули, потянули, еще вверх, еще вверх, еще друг к другу, насколько это возможно. Те, у кого опущение, недержание, кстати, у дам это часто встречается, у них это пройдет, и они могут даже испытывать боль. Это говорит о том, что мышцы стали работать, и это как во время занятий в спортивном зале, мышечная боль. Вот здесь то же самое. Сзади отпускаем и выдыхаем во все тело моллюска. Прекрасно, выдыхаем, спереди отпускаем и пару восстанавливающих, поддерживающих дыхание. Сзади вдох, спереди, задержка дыхания, капсуляция, еще чуть-чуть, друг к другу, еще поджали, поджали. Смотрю группу. Спереди отпуск... Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. Напишите, пожалуйста, успеваете медленнее и быстрее. И задержка дыхания недолгая ли? Сзади, вдох. Спереди. Задержка дыхания, капсуляция. По привычке я проговариваю кнопка. Кнопка дается на платной части курса. Она увеличивает эффективность этого упражнения в несколько десятков. Капсуляция, капсуляция хорошая. Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. Сзади, вдох. Спереди. Задержка дыхания, капсуляция. Сначала вы будете делать это все всем телом, и лицо, и шея. Я прошла этот момент. А потом даже на ходу будете это делать.
Сзади отпускаем, выдыхаем. На секунду надпочечники. Спереди отпускаем, дышим. У меня дети уехали, кошка прям ходит по углам, ищет всех, скучает. Она очень там, социально активная. Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания. Капсуляция. И моя девочка. Капсуляция, хорошая капсуляция. Сзади пускаем, выдыхаем. Спереди пускаем, дышим. Да, первое время так будет. Еще тело дрожит, когда очень много блоков в этой области. Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания, капсуляция. И еще чуть-чуть. И вверх. И друг друга мышцы за внутри. Сзади отпускаем, выдыхаем. Людмила, смотрите, капсуляция – это когда вы сделали сзади вдох спереди, и когда на задержке дыхания вы внутри мышцы ануса и промежности друг к другу соединяете и поднимаете вверх. Или у кого-то работает сначала вверх, потом друг к другу. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть – это капсуляция. Увеличивает эффективность упражнений. Сзади вдох, спереди. Капсулируем хорошенько. Кто добавился, присоединяйтесь. Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. Теперь даю задание, понаблюдайте, вот у нас есть надпочечники, мы знаем, да, где они находятся, и понаблюдайте, энергия у вас на надпочечнике или куда-то, то есть ареал распространения больше. Вот сейчас будем делать, и понаблюдайте за ощущениями в теле. Сзади вдох, спереди, задержка дыхания, кнопка капсуляция. Кнопка, я по привычке говорю, не обращайте внимания. Прям несколько этапов капсуляции. Еще вверх чуть-чуть, еще вверх. Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания, капсуляция. Сзади дышим. Выдыхаем. Спереди пускаем, дышим. Беременным на какой стадии? Первый триместр и последний триместр лучше не делать, воздержаться. Ну, как бы смотря как беременность проходит, ну, по ощущениям. Я рискованный человек, я всегда испытываю свое тело. Поэтому практики с ней иду, с Испанией. Так, те, кто на самом деле бегут на работу, могут уже бежать. Я думаю, вы зарядитесь по полной. А, кстати, давайте сделаем последние два раза. И я вам дам продвинутое для тех, кто пришел на эфир, кто делает домашки. Вы получаете бонус этап следующей трансляции. Поехали. Сзади вдох.
Спереди. Задержка дыхания, капсуляция. Хорошо капсулируем. Подольше держим на несколько секунд. А теперь, внимание, сейчас сзади отпустим и выдохнем во все, во внутренний объем тела. Именно внутренний объем, обратите внимание. Не распыляйте энергию. Ноги, голова, макушка. Голова съедает 70%. Голова занимает, съедает 70% нашей биоэнергии. Вот это вот вся слабомешалка. Поэтому сейчас мы выдохнем в голову. Сзади вдох, спереди задержка дыхания, капсуляция. И теперь выдыхаем верхнюю часть тела. Если кто-то склонен к повышению высокого давления, отслеживайте за ощущениями в голове. Если начинается гул, напряжение в ушах, звон, тогда осторожно, тогда это упражнение не ваше, в следующий раз вы не делаете, вы делаете только во внутреннем объеме тела. Сзади вдох, спереди, задержка дыхания, капсуляция. Хорошо капсулируем и чуть дольше держим. Смотрю группу. Но на самом деле вот только вот несколько темных пятен, у кого не очень получается, но я думаю, это просто проблемы по физиологии. У кого-то что-то удалено по-женски. Сзади отпускаем и выдыхаем верхнюю часть тела. Во внутренний объем. Внимание, девочки, мальчики, во внутренний объем. И выдыхаем в голову последний раз. Сзади вдох. Спереди. Хорошо капсулируем. Смотрю группу. Делайте. Это сработает. У меня была девочка, которая 3 месяца ничего не чувствовала. Но она прошла все 3 этапа. И она говорит, ну, наверное, не мое. Я говорю, не может быть. Я говорю, этого просто не может быть. Потом она прошла несколько личек, где мы убирали блоки, и у нее все сработало. Сзади отпускаем и выдыхаем прямо в голову. Шея и голова. Вот этот шар, который должен быть наполнен энергией, тот самый лимб. Я думаю, у вас день сегодня пройдет великолепно. И еще раз, последний раз, сзади вдох, спереди. Вы будете искриться идеями. Просто глаза будут сверкать и блестеть, и все будут говорить, что случилось, ты влюбилась. Держим, держим, держим. И теперь балансируем, да, заполняем весь внутренний объем, то есть вместе с ногами. Сзади отпускаем, выдыхаем во весь внутренний объем тела. Именно тело внутреннее. То есть он только внутренний. У меня дети тоже пока на каникулах. Тоже практикую депривацию. Сын вот лег только несколько минут назад после душа. Обычно ему 2-3 часов хватает, чтобы восстановиться и опять активно работать. 15 лет мальчишки. Мелкая тоже 10 лет. Ребят, я рекомендую просто попробовать не спание. Ну, вот выходные, там, с пятницы на субботу, субботу на воскресенье. Это просто потрясающе. Ну что, милые, хорошего вам, наисчастливейшего дня. О свершении результатов, благости, благополучия во всех,
ваших начинаниях сегодня. Встретимся вечером, кто, ну, кого по времени, кто хочет еще качнуться. Кто решил делать это один раз, это тоже решение прекрасное, достойное уважения, потому что вы хотя бы приняли решение этого делать. Вы не сидите на диване и не прожигаете свою жизнь в каких-то страданиях. Все, милые мои, всего вам доброго. Я не помню, как закрыть трансляцию. Все, все.